Всем приветик, ребят. Мне нужна вода. Что ты будешь? Маргарита решила отпустить лягушек на волю. Мне вода здесь нужна. Решила их отпустить. А зачем тебе вода? Вот отсюда вылей их туда и все. Ну вот, вот так вот наклони, убери камни. Они там не умрут? Они там не умрут? Там, в пруде? Да. Мама! Вот так вот. Фу. Толкай, они туда. Сами. Все, мы пошли выпускать. Нет, вон туда дальше пройди, да, вон туда. Там, где мало травы. Ну, поменьше дам, открыто, чтобы ты не упала в воду. Уплыли? Ты носки так порвешь, Ксюш. Нет. Да. Порвешь носки. Нет. Они же трутся об эту штучку. Она же как наждачка. Садимся завтракать. Кто будет чай? Это ты себе салат сделала? Нет, всем. Всем? А с чем? Просто огурцы? Огурцы с солью. С солью? А где помидорки? Нет. Нет, тут я сегодня пожарила. Есть а что? Сыра. Нет, здесь все с сыром. Иди делай без сыра, пожалуйста. Так, здесь у нас сыр, колбаска, только сыр не расплавился почему-то. Ты должна была другой взять. Да? Ага. Сыр, колбаска и зелень. О! Тебя надо подстричь. Можешь мне потом. У нас перестановка. Это в песочницу? Да. Наш песочек. Да. Высыпаем в песочницу. В общую. Тяжелая. Иди, стоп, иди, стоп, иди, стоп. У нас белый, а есть такой мокрый. Боня, идем. Ух, сейчас тебе там. Бонька убежала. Вот и прибежала. Я пошла с машиной, купила машинку. Пришла. Да, мы купили вот такую вот насадку отдельную. Она должна хорошо мыть. Здесь щетка. Ну, в общем, сейчас проверим, как она моет пол. А нужно она мочить сначала, мама, что ли? А куда жидкость заливается? В эту щетку? Как интересно. Посмотрим сейчас, как папа будет мыть. Я надеюсь, отмоется. Боня, тебе нельзя. Нельзя, 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 нельзя. Греешься? Угу. Я тоже погреюсь, посижу. И я тоже посижу на солнышке. Соседям привет. Видите, ребят, кто думает, что мы живем в своем доме? Нет, мы живем в квартире, потому что вот наши соседи. Просто потому, что у нас сад, это не означает, потому что нет такого в других странах. Вот, еще вот второй этаж, третий и там четвертый этаж. Макс, садись, позагораешь чуть-чуть. Нет. Лежак лежит. А что, так тоже можно лежать? Лежак лежит. Лежак лежит. Лежак, чтобы лежать. Правильно поставь. Жучки. Это новое оно. У меня здесь готовится ужин уже. Да, уже 3:30, и это будет ужин, либо поздний обед. Здесь грудка индейки, вареный картофель и еще у меня брокколи. Вот, еще брокколи. Я это нарежу, закину, залью сливками.
достаем. Вроде готово. Ну вот, что получилось. Сейчас я проверю курочку, самое главное, индюшку, чтобы она была готова. Готово. Нет. Так, садимся кушать. Маргарита, где? Ты как, нормально? У тебя голова не болит? Мы опять что-то приболели. Вчера Каролина температурила. У Макса кашель, насморк. Это мороженое? Да, у нас есть 1 минута. Ты сама что ли или смотришь куда-то? В телефоне. Мороженки. Понятно. Мы поедем погуляем. Пока погода хорошая. На улице не так жарко, где-то 12-14 градусов плюс-минус. Поэтому лучше курточки взять, кто футболки. Я куртку тоже возьму. А сейчас не нужно одевать, Макс. Макс, испортишь сейчас прическу свою. Все, готово. Что такое? Уставшая. Жарко. Все, мы поехали. Все на месте. Смотрите, какая погодка. Просто поедем в город погуляем. Почему бы нет? Кстати, завтра понедельник, завтра опять выходной. Отдыхаем 3 дня. Неделю назад отдыхали 4 дня, на этой неделе отдыхаем 3 дня. Куда поедем? Ну, как всегда, Люцерн. Куда еще мы можем поехать, да? Ты все равно облачно, но я надеюсь, дождика не будет. Сегодня столько народу, еле как нашли парковку. Обычно эта парковка, она всегда пустая. И сегодня полная просто. Выгружаемся. Кто там застрял? Какая гусеница? Ты не гусеница, ты гусь. Мы хотели пойти на пляж, но пляж закрыт. И мы вот сюда пришли. Мама, я Гена. Ой, Гена. Какой ты Гена, крокодил? Да. Зеленый? Да. Это уточка оставила перышки. Кораблик сейчас поплывет. Давай пойдем на кораблик. Водичка еще холодная, чтобы купаться. Ты чего грустишь? Я не грущу. Жарко? Поплыл кораблик. Ты чего грустишь? Я хочу кушать. Да? Сейчас мы будем брить затылок Маргоши. Не хочет она отращивать. Будем сбривать. Зачем отращивать? Что они здесь наделали? Что это такое? Почему в моей комнате? О, малыша. Машинку. Ух ты, у тебя уже так волосы отросли, смотри. Видишь? Сколько вот это покрашенная прядка. У меня уже тоже, вон как отросли. Вон. За 1 год. Год назад красилась. О! Так, все? Здесь задержал наше расчёсы. Давай, поворачивайся. Вот тут, видишь, одну приводили. Все, я не знаю. Вот тут надо чуть-чуть как-то сбрить поровнее. Покороче немножко. Готово, мадам. Тут и хвостик-то носи, тут и хвостик не носишь. Толку-то от этой лысины твоей. Хвостик надо носить. Холодно сейчас. А, холодно. Замерзнет лысина. Правда. У тебя, между прочим, лента отклеилась. Ты не видела? Висит она. Я ее хочу как-нибудь по-новому. Как? Вот туда? На ту? Туда? Она не дотянется, она короткая. Планер? Это все мне нужно с собой взять. Для лагеря? Да. А, ну это ты потом будешь собираться. Кстати, ребята просили, чтобы ты видео сняла, как ты будешь собираться в лагерь. На свой канал. Ну, даже снимать. Еще планер дадут от школы. Это ты все записала, что тебе нужно? Да. Ага. Много чего? Да. Так в рюкзак не поместится, сумку надо. Или чемодан? Нельзя чемодан. Нельзя чемодан. Под один рюкзак и одну сумку можно взять. Ребятам расскажем, что мы хотим котенка купить. Но у нас пока не получается. Ну, не то, что не получается, но мы думаем. Недалеко от нас есть ферма. На этой ферме родились котята.
Сколько там горит? Маргарита ходила, там, смотрела. Там только мы три увидели. Ну, там простые котята, не породистые, ничего. И Маргарита ходила уже туда с подружкой. Но они еще маленькие. Им, по-моему, месяц, да? Им еще месяц где-то. И нам сказали, что они отдадут котят, ну, будут отдавать котят, только когда им исполнится 3 месяца. И я не знаю, если они смогут нам отдать пораньше, потому что мы-то уже скоро и уезжаем. Через 6 недель мы тут еще будем. Через 6 недель? Да. 2 месяца — это 8 недель. Ну вот. Ну, мы через 6 еще тут будем. 2 месяца, ну и через 2 месяца уезжаем. Ну вот, 2 месяца. Ну вот, в общем, я не знаю, мы думаем, стоит ли брать котенка прямо перед отъездом, или лучше там, когда туда приедем, там купить котенка. Тут. Ну, здесь мы купим и туда его повезем. Зачем? А если у нас документы попросят? Во. Документов нет уже? А мы спрячем его. На границе нас остановят? Мы спрячем. На Бонни-то есть у нас паспорт? А мы спрячем. Она будет так... Нам просто, нам везти собаку, нам везти 2 хомяков и еще кошку. Ты представь себе, брать нам кошку или не брать. Ну, мне котёнка. Прям перед отъездом стоит это делать или не стоит? Не знаю. Вам понравился вот этот черный котенок. Он прям черный-черный. Глазки у него такие голубые. У них изначально голубые глазки. Они потом зеленые попали. Но они потом меняются. Вот. И еще вот этот вот черненький, да? Угу. Это вот какой-то тоже черно-белый. Вот он, да? Угу. Вот это какой-то вот тоже полосатый, красивый. Ой, ага, ой. И вот этот вот. Мордашка у него такая. Прикольная. Был еще 4-й, но они его не нашли. Не нашли? Нет, он, по-моему. А, он бегал там где-то. Вот такой нам черный котенок понравился. И мы думаем. Ну, посмотрим, у нас время есть. Мне нравятся такие серые. Как вы думаете, ребят, брать котенка здесь, либо брать котенка уже там, когда мы уедем? Меня больше волнует, как перевозить их всех. Хомяков как ты... Их тоже сложно. Для хомяков придется взять еще одну, купить переноску. Ну, если Кики не будет. Да, если Кики у нас еще доживет до нашего переезда, то придется... У нас одна переноска есть, и нужно будет купить еще одну переноску. Бонни тоже нужно везти в переноске специальной сумки. Нет, не выкинула, она в подвале лежит. Сумка специальная у нас есть. Вообще нужно в клетке везти, но у нас клетка, она в машину не поместится. Вообще никуда, не в багажник. Мы, если что, там границ, когда будем переезжать, границу будем проезжать, мы собаку посадим в эту сумку, в переносную. Вот. И плюс еще котенок. Просто, если нас, представь себе, нас остановят, будут проверять, у нас там куча животных. У нас целый зоопарк. Мало того, что нас 6, и еще 4 животных в машине, вообще скажут. Вот. Так что мы не знаем, думаем. У нас еще есть время подумать, котят еще не отдают. Такая хорошенькая. У нас есть время подумать. Они только дают в 3 месяца. Они черного только... Черный самый большой, они его дадут через 6 недель. А черненький через 6 недель. А другие больше. Завтра школа, завтра школа, завтра школа, школа, школа. Я убрала, потому что она хотела идти. Она уже ушла домой? Поменяли водичку. Ты сколько раз меняешь? Каждый день? Да. Не забываешь? Ты еще не подружилась, Бонь? Нет? Эй! Она его чуть не укусила. Следки ходили. Мы боимся их вообще как-то знакомить. Я боюсь, что они друг друга покусают. Девочка или мальчик можно покусать. Да, они она так жестко. Покусают друг другу. Ай, больно, у меня когти такие длинные. Мама, я боюсь. Крутой пацан. Потом нам перевозить их. Эти клетки стоят 11 франков. Кики. Такой. Кики, ты должна выдержать, дожить до нашего переезда. Да, маленькая? Ты должна выдержать. Потом, когда ее не будет, то Рики будет большой. Старушечка. Она до сих пор в колесе бегает. Ага. И частенько, причем, слышно ночью. Поэтому и живет долго, что спортом занимается. Мама! Мишка большой, ей нравятся маленькие. Убери, пожалуйста, хомяка. А я возьми. Мне нужно другую резинку найти. Все, спокойной ночи. Выключай давай. Выключаем телефон. Все, всем пока. Всем пока. Спокойной ночи. Бонечка, пока. Ксюшечка, пока. Давай в комнату, все. А он тут что делает?
Кто? Макс. Макс, все, пошли. Все, ребят, всем спокойной ночи, пока. До завтра. Пока.